Лучших спортсменов Якутии назовут 16 декабря на традиционном балу чемпионов. Заседание комиссии по определению лауреатов конкурсов 10 лучших спортсменов года и 10 лучших спортсменов инвалидного спорта прошло сегодня. Напомним, что ежегодно Министерство спорта, руководители госучреждений и ведомств, также журналисты методом тайного голосования определяют свою десятку. В первую десятку вошли 24 спортсмена, во второй список попали 18 представителей адаптивного спорта. При выборе учитываются все достижения на официальных стартах не ниже Кубка России. Также на балу будут названы имена лауреатов спортивных обществ «Сахада спорт», «Урожай», «Десятка лидеров среди школьников», «Лучший тренер», «Журналист», «Глава» и так далее. Режиссером шоу в очередной раз станет Ульяна Сергучева. Торжественное мероприятие состоится в пятницу с 16 часов в Центре спортивной подготовки «Триумф». Год получился неоднозначный. Явного лидера нет, так как все участники Олимпиады, да, не отличились. Но мы хотели, чтобы вот Сардана Трофимова, да, участвовала, вот тогда бы, я думаю, проявился явный лидер. Но так как у нас нету медали, да, вот мы выбирали из того, что есть. Я думаю, лучшим станет вот достойный, самый достойный, либо Василий Егоров, либо Виктор Лебедев.